Всем привет из Израиля! И сегодня у нас фруктово-овощная тема. Мы с вами пройдемся по овощным магазинам, посмотрим, что же на сей раз есть в наших магазинах и почем. Я нахожусь в Хайфе, это площадь Ателезер. Здесь есть несколько овощных магазинов и несколько супермаркетов. И сегодня пройдемся сейчас по этим магазинам, посмотрим, что же есть, какие овощи, фрукты в магазинах и почем. Это супермаркет Суперсаль. Я думаю, в последнюю очередь мы сюда зайдем. Вдалеке магазин есть овощной. И вот здесь тоже есть еще один магазин овощной. И чуть дальше в проулочке третий магазин овощной. Ну, давайте зайдем уже сейчас. На площади здесь обычно много кафешек. Люди сидят, отдыхают. И вот перед нами первый овощной магазин. Обычно на улице продаются овощи, фрукты более по доступной цене, а уже внутри магазина подороже. Цены на виноград 9,90, извиняюсь, и 14,90 зеленый. Манго 9,90. Вот такое уже красивое. Какие красивые прилавки. 9,90 персики и нектарин. А это уже яблоки и груши. Яблоки 10 шекелей, груши 10 шекелей, черри 5 шекелей, я так поняла. Пусть подорожали 3,90. Давайте зайдем вовнутрь. Небольшой магазинчик, и вот здесь такие цены. Всякие перчики. Цена одинаковая. 10 шекелей. 9,90. 7,90. Помидоры, огурцы 7,90, капуста 8,90. А что у нас с капустой, почему так дорого? Картошка 5,90, светленькая 4,90. Лук 5,90 и белый лук 3,90. Отдел с зеленью. Тут еще прилавки тоже с овощами. Красивые бананы, но что-то дорого. 15,90. Здесь уже видите цены такие, что 17,90, 11,90, 14,90. Ой-ой. Но внутри обычно цены подороже. Абрикосы, посмотрите, 29,90. Персики 17,90. Ну и далее тоже такая цена, скажем так, дорого. Конечно, все здесь такое красивенькое. Чернослив уже появился. Косы, посмотрите, какие они огромные прям. Ребята, запахи здесь, конечно, фруктовые такие вообще бесподобные. Ну и вот здесь тоже 19,90. Вот этот весь виноград. Манго здесь тоже 9,90. Такая красота. Дыня 6,90. Ну, как-то все подорожало. Ладно, давайте пройдем в следующий магазин, посмотрим, какие же там цены, что же там есть интересненького. Здесь еще недавно стоял рояль, но почему-то его убрали. Но зато сделали, вот смотрите, такую вот по типу детской площадки. Она небольшая и под навесами, тоже очень удобно. Вообще, эту площадь мы все любим, торговую. Здесь очень много магазинов, видите, и кафешек. Вот с той стороны там еще типа аппендикса такая улочка, там есть еще один овощной магазин. В этом магазинчике обычно вот на улице есть хорошие скидки бывают, а внутри уже цены тоже также другие. Здесь уже смотрите, арбузики 2,90, подешевле. Дыня тоже 4,90.
22,90. Кстати, в Израиле часто продают вот по половинкам, и это очень удобно. Посмотрите, какие хорошие арбузики. И обычно в Израиле они без косточек, либо они очень мелкие. Ой, какая красота. Вот цены идут на овощи. 5,90. Видите, перчик 3,90. И вот здесь тоже красный, тоже 3,90. И посмотрите, какой он красивый. 2,90. И картофель, но здесь мелкий, 2,90. Крупная картошка внутри будет подороже. Давайте уже зайдем вовнутрь. Такой он небольшой магазин. Ой, какие ананасики красивые. Посмотрите, какая огромная и вкусная. 9,90. Смотрите, какая красота. Это уже полки с зеленью. Капуста подешевле, 5,90, а цветная 10,90. Почему-то она дорогая в этом году. Обычно такие хорошие скидки на нее всегда были. Не на сей раз. Яблоки, как обычно, стабильная цена. 10 шекелей плюс минус. Даже минуса, наверное, нету. 10 плюс. 12,90, 14,90. Ну что, ребята, идем дальше. У нас есть еще один овощной магазин. И я думаю, что мы пройдем туда еще посмотрим. Ребята, кстати, пишите в комментариях, как вам наши цены, как наши овощи, фрукты. И какие овощи, фрукты есть сейчас у вас, и почем, дорого или нет. Ну, у нас как бы в этом году как-то дороговастенько, если рассуждать, сравнивая с другими годами. Мы идем в проулочек, и в конце этого проулка есть еще один овощной магазин. Ну, помимо него, смотрите, сколько здесь магазинов. Площадь очень хорошая, торговая. Здесь есть и парикмахерские, есть косметика, и посуда, и для дома товары. В общем, все, что вашей душе угодно. На втором этаже есть обменник, обмен валюты, кому интересно. Это русский магазин «Росман». Я обычно показываю «Кешет Таамим». «Росман» не показываю только потому, что здесь очень мало места и будет снимать неудобно. Но они как бы в ценовом таком сегменте, я думаю, что разницы практически нет. Что «Кешет Таамим», что «Росман». Цены примерно одинаковые. Ну вот мы почти дошли до конца. И вот еще один овощной магазин. Цены 9,90. Удивительно, недорого. Самый дорогой, наверное, все-таки инжир. 25 шекелей. А уже черешня уже отошла. И конкурирует с ними абрикос. 19,90. Чуть подешевле. Арбуз тоже 3,50. Здесь подороже. Ну, давайте зайдем вовнутрь. Цены примерно одинаковые. Какая прелесть. Кто пробовал, ребята, вкусно это или нет? Я не пробовала. А вот еще один экзотический фрукт или овощ. Тоже, кстати, ни разу не пробовала. Вот и личи. Сейчас вроде как сезон в Израиле. Я его не очень люблю, поэтому как-то особо не болею им. Смотрите, сколько разных сортов черри. Здесь уже овощи.
14,90 цветная капуста, 8,90 обычная. Батюшки, что ж такое с капустой-то? Здесь зеленый отдел. Ребята, я выхожу, потому что не очень удобно, народу много. Сегодня четверг, завтра выходные. Обычно в это время уже много людей, хотя в пятницу еще больше. И в заключение хочу показать вам, наверное, суперсаль. Посмотрим, почем его вообще там. Но они должны быть самые дорогие. Может быть, я ошибаюсь. Это пекарня у нас. Такая она популярная. Можно попить здесь кофе, посидеть, покушать сдобу вкусную, свежую. Я как-то показывала, по-моему, есть видео на канале о выпечке. И показывала ее. А это магазин с вкусными конфетками. Но сегодня туда заходить не буду. Это уже совсем другая история. Как же у нас сейчас жарко. Вот эффект парилки. На улице долго вообще невозможно находиться. Хочется зайти в помещение. Ой, какой кайф. Как прохладненько. Ну и вот сразу на входе, можно сказать, здесь овощи, фрукты отдел. Личи, это не за килограмм, это получается 100 грамм. 5 шекелей. Килограмм 50. 10 шекелей персики. 4,90 дыня. А, не самая дорогая цена. Как видите, я, кажется, ошиблась. Цена с этой стороны 15,90 виноград. Черный виноград 17,90. 11,90 нектарин. Персики 13,90. 10,90. Ну и вот этот экзотический овощ или фрукт. Напишите, пожалуйста, что это такое. Вкусно или нет? Я, конечно, давно проживаю уже в Израиле, ну, по меркам, наверное, новых репатриантов, почти 8 лет, но не все так попробовала, почему-то как-то вот, наверное, слишком консервативная. Что с бананами? 8,90, обычно они такие недорогие, скорее всего, просто не сезон, наверное, зимой они очень... дешево или недорого. Сегодня полностью вам обзор этого магазина делать не буду. У меня, кстати, есть обзор суперсаля, как-то очень давненько его показывала. Может быть, еще вам как-нибудь соберусь, покажу более подробно, освежу, как говорится, на канале, новое видео сделаю. Но не сейчас. 4,90 капуста. Вот вам и суперсаль, самая недорогая капуста получается здесь. 5,90 огурцы. Ну, в принципе, такая же цена, как и в тех магазинах. Но вот помидорки 8 шекелей. Дороговастенько. Ну, а это уже отдел с зеленью. Ну что, ребята, обзор наших овощных магазинов в Хайфе закончен на площади Кирьят-Элиезер. Надеюсь, это видео вам понравилось. Кстати, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Я всех благодарю за просмотр. И пока-пока.